Девочки, поздравьте меня, поздравьте Юлечку. Юлечке сегодня 35 лет, моей доченьке. Я мама-роженица и 101 роза. Краснодар. Поздравили меня, как всегда, великолепные они, великолепные, свежайшие тюльпаны, девочки. Они потом раскроются, будут очень-очень красивые. Спасибо огромное. Еще раз, девочки, могу сказать, что одна 100 роза, 101 роза, Краснодар, это просто великолепные, ребята, просто великолепные. Миша, передаю тебе большой-большой привет. Фейковые страницы, нижнее подчеркивание, там, знаете, мы разрекламировали 101 роза Краснодар, а и фейковые страницы, фейковые магазины начали открываться. Нижнее подчеркивание, верхнее подчеркивание, каких только нету. Только 101 роза Краснодар. Заказываем, девочки, только там букеты, свежайшие, шикарные букеты. Девочки, ну это не дебил, вот, понимаете, вот в чем заключается его пьянки. Понимаете, нервируется ребенок, нервируюсь я. Смотрите, что делает. Сказала, не приходи ко мне, не нервируй меня, пока не пропьешься. Что надо? Что надо? Что надо, я спрашиваю? Отойди от звонка, пока я тебе руки не оборвала, блин. Достал уже. Омлетик себе сделать. И все, вывела из терпения, начала яйца бить. Какое терпение надо иметь? Смотрите, что делать. Печенье успокаивается. Давай, сожги мне еще звонок. Какой наглый, вообще наглючий. Твою гнет и все. Кошмар такой. Вы еще говорите. Ну прям вышла бы и руки оборвала бы точно. Так. Смотрите, что делаю. Может, теперь-то я точно не открою. Беспокоятся соседи, Тедди лает. Машин Палыч прям идеальный. Идеальный паразит. Так. Вроде промылась. Короче, девочки, похоже, Тены. Тены навернулись в посудомойке, потому что посуду, а она не горячая. Обычно, когда сушка идет, она прямо кипяток. Все, я больше мыть не буду. Это вот последняя была порция загрузки. Все, буду ждать. Буду вызывать мастера или ждать, когда товарищ придет в нормальное состояние. Че, он полупьяный? Вообще капец какой-то. Что, нервирует он тебя, да, Тетичка? Нервирует тебя. Ой, мальчик. Так, надо выбросить из сетки контейнеров старый сыр. В контейнерах старый сыр, колбаска, уже стоит недельки две, наверное, надо убрать. И из морозилки здесь ветчина была. Я ее нарезала, думала, может, солянку буду делать. Или рассольничек сварю, я ничего не хочу. Хорошая такая ветчина, видите. Ее, кстати, можно разморозить. Да, что-нибудь придумать. На пиццу бы идеально подошла. Здесь сыр. Домашний сыр, колбаса из фермерского магазина. Но давно лежит.
Ой, ему ничего не делается, но уже не хочу. Свеженько вам пока. Вот такие дела, девочки. Вот так утро начинается. На голове дурдом. Вчера голову помыла, маслом намазала, спать легла. Сегодня встала. Встала. Сегодня встала, шапку надела, пошла с Тедичкой гулять. Все, Тедди на диету садится. Комбинезон, дождевик. С подкладкой вместе. Ему мало. Вот здесь кое-как застегнулось сегодня. Тедди вширь пошел. Все, не кормим Тедди. Кормим, все, только на сухарях сидим. Только на сухом корме. Все, Тедди, только на сухариках. Все, любимый. Тимоня-мака. Тимоня-мака, да я лучше еще заведу. Таких сучек 5. Вчера видела видео. Питомник мопсов. В Екатеринбурге. В ТикТоке видела. Обалденные, обалденные. А маленькие какие хорошие. Да игривые какие, да любимые. Да мой мальчик, да люблю, обожаю. Девочка, у нас дождь ночью пошел. Такая погода мерзопакостная. Но не сильно холодно. Так, ничего. Мы с Тедди в парке все равно гуляли. И он, знаете, он становится такой мальчик у меня, девочки. Он сам знает, когда идти домой. Все, все, не нравится ему. Все, пошел домой. Побежал домой. А нравится, может гулять часами. Бардак, как всегда, с утра. Вот, а вы говорите. Пришла, смотрела, обгав-то, Тедю кормила. Фоном включаю его, мне нравится. Кормила Тедю, и все, и началось вот эта свистопляска началась. Зачем портить мне настроение с утра, не знаю. Какие такие неотложные дела, что можно звонить, как не знаю что. Он позвонил первый раз, я ему открыла. Смотрю, он не в кондиции. Что у тебя там? Соль проверю, там еще что-то. Я пропьешься, проснешься, отоспишься, придешь, проверишь. А так что ходить проверять, нервы мотать с утра. Ваньки, встаньки. Все. Ваньки, встаньки. Дня 3 теперь. Потом ему это надоест. Дня 3 надо ждать будет. Девочки, купила полезный хлеб. Безуглеводный. А, низкие углеводы. У меня, знаете, иногда бывает. Я прям вот захочу хлеб. На хлебурже сидела, наверное, недели 2. Прям вот гречневые багеты ела. Лук забыла, девочки. А вечером пошла с Тедди гулять. Захожу в фермерский магазин. Это единственный магазин, где мы с Тедди можем заходить. А, хлебурже и фермерский. Аптека, зоомагазин. О, у нас много места есть. Я купила вот этот хлеб. Белая Брит Берни, что ли. Полезный хлеб номер 1. Ржаной. Без дрожжей, без закваски. Низкая калорийность, медленные углеводы. Вот такой хлеб купила. Неплохой, девочка. Неплохой. Видно, что лежит давно, не рассыпается, свежий. Ну, давно как, ну, допустим, неделю. Не рассыпается, девочка. И вкусовые качества нормальные. Купила сало, кусочек. Купила крымского лука. Какой крымский лук всегда дорогой почему-то. Вот этот красный, плоский. 1900. А, 190 рублей 100 грамм. Купила натуральные сосиски, купила 20 яиц фермерских, маленьких таких, от молодых курочек. Молочку я у них не покупаю. Сильно густая, мне не нравится такая. Девочки, кто завтракает, приятного аппетита. Кто обедает, приятного обеда. Кто ужинает, приятного ужина.
Молодцы, что в комментариях пишите мне. Если лук, хотите есть лук, витамин В, витамин С. Большое содержание. Кто-то написал, что цинка не хватает в организме. Прям вот я в холодильник ложу, кладу его, чтобы он был такой не горький. Но это белый лук, салатный. Обалденно вкусный. Девочки, у меня же сегодня у Юлечки день рождения, 35 лет. Я сегодня мама-роженица. 101 роза. 101 роза Краснодар с точкой, ни с какими нижними подчеркиваниями. 101 роза, точка, Краснодар. А то разрекламировала, столько фейковых, пооткрывали фейковых магазинов под 101 розу. Точка, Краснодар, девочки, кто заказывает. Вот такие тюльпаны привез мне. Обалденные. Свежатина, девочки. Они распустятся и будут очень-очень красивые. Юлечке день рождения сегодня, 35 лет. Она возраст свой не скрывает, я тоже. Че скрывать красивым женщинам? Так, сейчас я их поставлю. Тюльпанчики. У меня есть вот такое средство. Вот такое. Чтобы дольше стояли цветы. Так, деньги вывалить надо. Из пустых ваз. Вот и ваза. Думала вчера. Будет пустая. А нет, девочки. А нет. Все фильтрованная водичка. Водичка фильтрованная. Девочки, бардак такой вообще на столе. Обалденный. Обалденный бардачало, девочки. Ой, так неохота из этой бумажки доставать, но достану. Достану из бумажечки. Да. Идеально, видите? Все, они не до самого конца. Идеально тюльпанчики. Я их раскрыла. Смотрите, красные тюльпанчики. Юлечка, любименькая моя, с днем рождения, доченька. С днем рождения тебя. С днем рождения. Счастья. Счастья, достатка, чтобы тебя любили все, целовали, обнимали. Будь счастлива, любимая. Где мои 35 лет? О, обалденные девчонки. Все поставлю сейчас. Распускаться моментов. Моментов начали распускаться. Боже мой, какие красивые. Какие красивые. Вот были прямо все девочки. Были все связаны воедино.